misschien ook wel tot mijn eigen verbazing, zijn er mensen, homo's, die naar Rusland vluchten. Omdat ze hier beter af zijn. En dat zijn vooral mannen en vrouwen uit de gebieden die ooit deel uitmaakten van dat grote Sovjetrijk. Dagestan, Azerbeidzjan, Tsjetsjenië. Het is gelukt om in contact te komen met een stel uit deze regio's. Roslan komt uit Dagestan, Adam uit Azerbeidzjan. Uit veiligheidsoverwegingen willen ze niet herkenbaar in beeld. That must have been for you and for you coming from very traditional families. Something to realize. I like boys. So did you consider telling them? Нет, это исключено. Это, во-первых, убьет их морально. Это, во-первых, да, во-вторых, это позор на весь род. Это значит, потом мои сестры не выйдут замуж. Это значит, что мои братья там не устроятся на хорошую работу, поскольку там очень сильны вот эти межклановые связи. И чтобы устроиться на хорошую работу, ну, только по знакомству это возможно. What will happen if they found out about the two of you? Скорее всего, приедет мой отец и заберет меня отсюда. Ну, здесь нужно разделять понятие. Если они узнают, что мы как бы просто живем, ну, возможно, ничего. Да, как друзья. Да, если как друзья. Если они узнают, ну, по факту, как есть, ну, меня точно прибьют. Точно убьют. У меня есть братья, которые, ну, военные, и которые в ФСБ работают, и они точно меня убьют. Я даже не сомневаюсь в этом. And you never showed anything to your family? Нет. При моей первой свадьбе, на моей первой свадьбе, он был моим другом, шафером на свадьбе. What? Wait a minute. There was a marriage? Да. Фиктивно. Фиктивно. To a woman? Of course. Лесбиянка. And he was there. Да, другом. Она была лесбиянка. Поскольку ее очень тоже сильно напрягали, и как и меня. И мы. Она тоже была старшей дочкой в семье, как и я старшим сыном в семье. И чтобы выручить друг друга, нам пришлось договориться, что ну, построить там актерскую великую любовь. Там, да, эмоции, все это сыграть чуть ли не на Оскар. А, кстати, на данный момент я переживаю, наверное, те же чувства, которые переживал он, потому что он тоже собирается жениться фиктивно. And will you be there at that day? Нет. Думаю, это не лучшая идея, потому что говорят, что когда много лет живешь вместе и когда находишься со своим любимым человеком в обществе, это видно. Поэтому я боюсь. Бывает забота просто. Да, да, невольно взгляд. Появляется забота, там, взглядом. Все равно это заметно, поэтому лучше мне там не быть. Met het huwelijk van Adam liep het niet goed af. De familie van zijn vrouw kreeg argwaan en vond belastende berichtjes in haar telefoon. Ze werd meteen teruggehaald. Omdat ze haar забрали домой, wat is er nu met haar? Ik weet het niet. Возможно, выдали, простите, возможно, выдали насильно замуж за того человека, за которого они хотели бы, либо, ну, либо ее просто нет. Поскольку она чеченка. Это одна из причин того, что мы продали предыдущее жилье, купили это, переехали, поменяли место жительства, поскольку, возможно, я тоже в розыске. Ну, точнее, ее братья там, или родственники, либо кадыровцы, возможно, ищут и меня. У нас даже в Петербурге, уже находясь в Петербурге, у нас было два нападения, вот именно по причине нашей ориентации, да,
И два раза нам было отказано в возбуждении уголовного дела. Вот, если заметили, у меня остались до сих пор следы зубов нет, там, у него шрамы тоже, поэтому, тем не менее, мы пока еще живем. Ну, было так, мы сидели в ресторане в центре города, в принципе, думали, что ничего страшного не будет. Ну, может быть, для кого-то показалось, что мы мило беседовали. У нас не бывает такого, чтобы мы там за руки взялись или как-то проявили какую-то прям совсем нежность на улице. Ну, может быть, для кого-то показалось. Выйдя на улицу уже после ресторана, когда расплатились, ну, как бы они к нам и пристали в итоге. So if I sum up the situation with you two, what keep the two of you going? Я не считаю, что мы плохо живем здесь, да, с чем-то приходится мириться, с чем-то бороться, но тем не менее, по сравнению с другими тысячами, такими как мы, да, мы еще нормально живем, поэтому ну, грех жаловаться, наверное, да. Ну, нет, дело в том, что, да, просто мы уже столько за все это время прошли в жизни, да, с такими сложностями столкнулись. Очень страшно опять сталкиваться с новыми сложностями, тем более в другой стране, с незнанием языка. Это очень тяжело. Ну, страх, наверное, больше. So can you say that, again, to me, the circumstances are quite extreme? That within those circumstances, there is some happiness at the same time. Да, мы к этому стремимся и вложили немало сил, средств, времени и сил, чтобы в итоге мы были счастливы. Конечно, еще много трудностей, барьеров, но главное, чтобы мы были рядом и поддерживали друг друга. Поддержка, забота, любовь.